Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала «Сама себе огород». Друзья, сегодня я хочу поздравить всех с наступившим новым 2023 годом. Пожелать вам богатырского здоровья, счастья, любви, успеха в работе, успеха в семейной, в личной жизни. Также, друзья, я хочу пожелать вам, чтобы участвовали ваши родные и близкие в вашей жизни, чтобы все были живы и здоровы в наше в это трудное время в мире. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами о том, как я выращиваю комнатное растение, это которое называется плектрантус. Это растение мне очень нравится тем, что оно такое вот всегда зеленое и разрастается большим кустом. Чем больше его черенковать, тем больше появляется боковых побегов. И оно получается очень такое, как бы обросшее вокруг горшка. И очень приятно украшать его и этим растением даже летом на крыльце, ну, в общем, во дворе. У меня история такая случилась с этим растением, что в сентябре месяце я некоторые растения еще не занесла в дом, а уже наступили похолодания, и мои растения перенесли стресс. Это у меня, они еще стояли, тигровая бегония и традисканция, и вот плектрантус. Но, к моему удивлению, все растения просто обновились и продолжают дальше существовать. Расти, вернее. Особенно меня плектрантус удивил тем, что здесь вообще были одни стебли. И вот уже за 4 месяца вот такие уже появились хорошие побеги. И это я уже прищипывала их. И черенковать их очень легко. Вот я когда прищипывала, у меня вот здесь таких вот два черенка, которые уже очень хорошо пустили вот такие уже, вот, хочу показать, чтобы было видно. Вот, уже такие усики появились, уже можно через недельку высадить грунт. Вот так, друзья, я выращиваю плектрантус. Так что, если у вас пострадает растение от похолоданий, то нужно набраться терпения. И плектрантус еще может обрасти, как это случилось у меня. Вот такое вот оно растение, такое получается ампельное. Побеги такие боковые обрастают. И очень много их может быть, если их почеренковать. Вот и все, друзья, о чем я сегодня хотела с вами поделиться. Также, друзья, я хочу поблагодарить всех своих подписчиков и тех, кто ставит мне лайки. Вернее, поблагодарить вас всех за поддержку моего канала. Огромное вам большое спасибо. Огромное и большое спасибо. Кому понравилась публикация, была полезна, ставьте пальчик вверх. Как обычно, не забывайте, подписывайтесь, кто еще не подписался. До новых встреч! Всем пока!